получили посылку. Майк, тебе посылка. Корнилов. Конфеты, Майк. Конфеты. Лац. Мы такие еще не брали. Оригинал. Попробуем сейчас. Попробуем. Дай лапку, дай. Дай лапку. Бра. Конфеты понравились. Лапку. Бра. Ой, вкусно как. Лапку. Бра. И новое средство васаби. Мататаби. Специальное средство. Сейчас проверяем на Майке, как оно на него будет действовать. Берем одну из игрушек и проверяем. Да, ты такое еще не пробовал. Вот оно. От фирмы Трикси. Смотрим реакцию. Понравилась, да, Маечка? Нравится. Нравится. Вот так ее. Вот так ее. Лучше, чем конфетка, да? Это то же самое, что кошачья мята, только что-то другое. Я всегда люблю пробовать какую-то новинку. Ну, реакцию вы видите. Кот утвердил, но конфеты ему понравились больше. Конфеты вкуснее. Еду сейчас попробуем тоже. Майка, ну пробуй. Еда тоже понравилась. Все хорошо. Рыбная. Это с лакс. С лаксом. Вот такая вот посылочка от Ветзу. Ветзу. Доставкой на дом. Отлично. Понравилась еда. Ну, еще там, сейчас еще. Понравилось, да, я вижу.